штатному монитору нового Porsche Cayenne 2018 модельного ряда подключен iPhone по технологии MirrorLink через Apple TV. Все, что есть на мониторе iPhone, выводится и на штатный монитор без ограничений. Абсолютно любой контент. Яндекс.Навигатор только что был, сейчас YouTube. Звук идет в штатную акустическую систему, регулируется с крутилочки на руле или возле коробки передач, неважно. А также можно использовать Apple TV. Все, что есть в Apple TV, лицензионный контент в облаке, различные ролики, все теперь и на штатном мониторе. В любой момент можно вернуться в штатную систему, можно парковаться из любого режима, можно перейти в штатную систему, осуществить настройки какие-то, проверить параметры автомобиля и опять вернуться в режим Apple TV. Обращайтесь, в вашем автомобиле появится то же самое или даже лучше.